Всем привет! Появилась свободная минутка. Решили... Минутка буквально. Да. По месту выбраться, поблеснить и пошмурыгать на... Как она называется? На яйца. На яйца. Совуешь два яйца. Будем рыбу ловить на яйца. Совуешь два яйца в воду, пока не клюнет. В общем, попробуем. Будет видно, что дальше. Приехали на Днепр. На территории Киева, города Киева, героя. Попробуем половить. Смотрите. Не забудьте поставить лайк сразу. Авось и половим. Да, от вас зависит, словится или нет. Когда лайки не ставите, рыба не клюет. Взаимосвязь, наверное. Да в этом и есть взаимосвязь. Точно, она 100% знает. Вот не ставите лайки, все не клюет. Только ставите, клевать начинает. Так что не забудьте, мы вам будем очень благодарны. Короче, последний раз там катушка пострадала очень сильно. Это же был прикол, я не помню, рассказывал тебе или нет. Вышел на рось поблеснить. Силикон у меня фиолетовый был такой. Вот. И что-то, короче, влупил. А у меня нагрудная камера тут была. Только видно, где-то его хреново прицепил. Вот. И поклевка. Я ж, короче, подсек. Ну, я сделал выводы, что это этот усатый был, то бишь сом. Сомчик. Потому что я промудохался с ними, не знаю, минут 20. Катушку нормально даже провернуть не мог. Я туда, он туда. Закончилось оно обрывом, хотя нитка, вроде бы, но она держит 20 килограмм нитка. Она тоненькая, прорезиненная, но крепучая, просто пипец. Так, ну и первый заброс. И теперь после этого катушка у меня, она явно не рассчитана на такие приколы. Там еще какое-то дерево сейчас. Шо? Зацепик был? Груди нет. Нет? Клюнуло? Не клюет, кажется. Слушай, да. Так это ж лайки поставили. Опа! Сразу, с первого заброса. А татар убрал? Нет. Короче, меня жена попросила это самое. Щуку? Да, она, конечно, небольшая, но если будет что-то побольше, то выпустим. Вот так вот, первый заброс, первая рыба. Ну, вот такая вот. Грамм сколько? 400-500, да? 400-500 грамм. Кило точно. Да. Так, второй заброс. Честно говоря, что думал, что на блесну сейчас не будет. Больше шансов на силикон было. Сейчас я сначала блесну я обкидаю, а потом силиконом будем добивать. Судака, без щуки. Да,
Еще погода такая. Как раз сегодня минус был ночью. -2. Да, минус 2 сегодня первый день. Это блесна, она почти на каждом водоеме работает. Пойдем вот там вот под над камышом кинем. Покажи. Вот она простая, дешевая, но рабочая. Какой вес? Я, честно говоря, не помню. Вес у нас... Короче, МЭПС 4. МЭПС 4, сколько мы не знаем. Кидать тут есть где. Короче, раки ночами вылазят и смотрят. И вот такую нам щучку надо поймать, чтобы задействовать такой крючочек. Это я понял, задумку. Они включают телек, получается. Сидят за тем деревом, вот, с этой хренью, как бы, с этим крючком. Ага, а вот и не как вылазят. Да, вот сюда они вылазят. Все, видишь, надо не со спиннером ходить. GVC. Надо быть перчаточки, конечно. Которых нет в приоре. Тебе не весной за спиннером берешь. Да. Ну, когда это было? 2 мая. 2 или 1 мая, да, я нырял. Ну, просто она, у нас в этом году, 2 мая, это было, ну, не глобально отличалось от сегодняшнего дня. Да. Еще и Серега не заснял это все. Черный экран просто. Закрыл пальцем камеру. Там история вообще была уникальная. Бросали эти спиннингисты спиннинг, пульнули его на дерево. Короче. Не, я бросал эхолот. Эхолот на дерево. Вон на этом спиннинге, короче, прицепили они. Вот. Поплыли на лодке отцеплять. Отцепили эхолот, утопили этот же спиннинг. Ну, короче, на улице холодрега, блин, вообще конкретная просто. Лезет. Ну, а там речка узенькая, чтобы понимали, но глубина где-то там 2,5, то есть, вот так. Ну, открывал сезон человек. Да, Игорь говорит, нихера, я говорю, Игорь, сколько стоит спиннинг? Я думал, он штуку стоит, думаю, ладно, куплю, а Игорь, да нет, говорит, 6, я говорю, да не, я поплыл, за 6 штук я поплаваю. Кстати, можно попробовать еще такую. Это можно тоже а-ля щучку заколбасить, но я думаю, что... Вот эту зеленую? Нет. Красную? Морковочку. Морковочку. Будем пробовать на этот. Времени у нас все равно не так уж много. У нас он минут 40. Час. И будет как у негра. Прошу прощения. Темно. Так. Я еще даже, честно говоря, их и не пробовал ни раз. Бери вот эту темненькую. О, блин, есть, я ж купил. А что это? Можешь снасть рассматривать. Я забыл вообще. А, это этот, яйца. Да, я ж думал, что это самое. Бери, доставай. Попробуем. Вот такая вот, ляньте. Ача! Буль-буль. Нам пора уже скоро на работу ехать, а Денис тоже говорит, щуку хочу. Это что с одной ехать? Как? Судака, судака. Я еще судака не, этот, не жарил дома. Ну, если я его поймаю, то заберешь.
Вот так вот. Денис снимает, Игорь ловит. А в оконцовке рыбу выбирает Игорь. А я остаюсь без рыбы. Всегда вам отдавал. Я вообще первый год рыбы не брал, потому что жена сказала, не приноси домой. А потом попробовала карпа, пожарила по маминому рецепту. И теперь просит постоянно. У меня вообще такой прикол, что у меня чем больше рыба, тем меньше я ее хочу забирать. Вот как-то так. Жалко становится. Не, ну вот 3-килограммовчик, вот это классная рыбка как раз. И не много, и не мало. За 2 дня затрепать ее как раз. А так как щуки были, то 10 килограмм, то 7 килограмм. Когда мы ее... В августе мы ее словили, да, это рыбалка была? Не, июль. Июль? Июль, да. Июль. Я недавно только котлеты закончил есть с этой щуки. Так, ребята, но этот не сработал. Будем менять цвет. Сейчас попробуем. Черненькой спинкой. Здесь, короче... Уже побитая, да? Такая? Да, ты что, они уже пережили. Не, это новое. Это не побитое. А то он разрез такой-то, да? А, да, тут... Такой вот хвостик, этот, короче, потерпевший у меня виброхвост. Ох, он отгреб вообще за это самое, за свою жизнь. Ну, живой. Живой, да. И вот это когда-то вообще, помнишь, и карпа она. Ага, это мы, да, на вот эту карпа поймали. Судак не убил неплохо. Сейчас будем пробовать. Так, вот у нас 3 есть. Можно как бы на окунька еще там бросить будет морковочку. Это я тебе потом, в принципе, если что, дам, а сам попробую на яйца пошмурить. Ага. Ну, ты знаешь, как-то уже не жарко. А не жарко почему? Потому что нет. Потому что 17 ноября. Всего лишь. На крышу? Да, там меньше. Если доброшу, то можете на крышу. Покрывало. В прошлый раз, когда я здесь был, вообще чайку выпили. Да, у нас есть видео, там шот с чайкой. Я надеюсь, больше никогда мне не доведется их ловить, отцеплять. Это капец просто. У них настолько мощный клюв. Долбанные руки были конкретно под ним. Как пассатижи. Правда, блин, он уже, конечно, такой дедушка. С точки зрения. Так, вот этим мы закончим. Первый заброс на силикон вовнутрь. И сейчас сразу же. Ой. Рыба-шайба. Северный мост. Раньше был московским. Так, ребята, ну, последнюю пару раз бросаем. Полчасика пока покидали. Холодно, надо перчатки. Я вообще, он в кроссовках. Знаешь, вот эти вроде боты, они осенние, но... Подошва тонкая. Тонкая. Да, но... подошва тонкая, тут надо нормальные боты. А лучше сапоги вообще вот эти.
Есть? Оторвалась. Так, ну все, ребята. Ну, щучка есть. Недаром приехали. До скорой встречи. Уже соберемся так, чтоб на целый день. Может, на лодке поплывем куда-то. Но тут вряд ли. Придется, наверное, по берегу гулять. Целый день у меня терпения не хватит. Да. Полчасика побросали. Это точно. Все, до скорых встреч, ребят. Не забудьте поставить лайк. Мы будем вам очень благодарны. Пока.